Итак, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Мы продолжаем играть в Spider Tanks. Это NFT проект, в котором можно зарабатывать реальные деньги, не вкладывая вообще ничего. Вы просто берете бесплатно, арендуете танк. Да, он рандомный, но тем не менее. И играете. И, соответственно, зарабатываете игровые поинты, которые потом сами конвертируются раз в сутки в шелк. Это внутриигровая валюта, которую можно переводить потом в крипту. В данном случае я сейчас прокачиваюсь. Чем выше у вас ранг, тем лучше, тем больше вы зарабатываете. И, соответственно, мы будем продолжать прокачивать наш скилл. Также, думаю, надеюсь, моя игра будет полезна для тем, кто сейчас изучает или ищет новые тактики боя и тому подобное. Поэтому обязательно следите за моими видео. Можете также предыдущие видео посмотреть. Может быть, чему-нибудь научитесь. И все необходимые ссылки по криптобирже, подожди, и продаже криптовалюты вы сможете найти в описании к видео. Так что заходите, смотрите, читайте, изучайте. А мы поехали. Погнали. Так, мне походу эпик танк достался еще. Так, а что у нас командная битва на? Ага, так у нас история. А, ну нормально, в принципе. Заброшенный город. Можно так и замочили. Это не очень хорошо. Ай,
он не реагирует, я не понял. Ай-яй-яй! Не включается дрон какой-то тупизм. Ужасно. Не, ну это вообще беспредел какой-то. Не включается дрон вообще. Отличился, который должен лечить. Это баг, наверное, какой или что это? Телепорт работает, а если этот дрон лекарь типа не работает, капец, шепот. Нам, походу, жопа здесь, как минимум, два дальнобойных. Вот этот вообще валит через стены. Царь горы, ну, так, царь горы, это нам надо стоять. Давай вот так. А что если я тоже гранату выберу? Блин, ну надо захватывать эту точечку. А, они уже здесь! Вот это, блин, да, команда у меня, конечно, хорошая. Я думал, там мои еще бегают. Да. Что-то у нас печалька сейчас будет, конечно. Похоже, самый крутой боец здесь. Так он вообще валит просто.
накопилось, ёпта. Повысила ранг сегодня, конечно, шоу. Отрицательное повышение. Так, у меня огнеметчик. Это мне телепорт по-любому нужен. Блин, опять дракон. Пулеметчик, жесть. Нужен телепорт. Так, удержите флаг из замороженные исследования. А, на замороженные исследования. Это мне телепорт нужен. И для флага, в принципе... Давайте эстафетный дрон возьмем. Вот так. Это был у них такой план, да? Красавцы, ну все покоцанные. Блин, они все дальнобойные. Все жестко. Капец. Так уже лучше. Давайте, давайте, давайте. Сейчас я буду, пацаны. Да, это капец, до хилки не успел. Какой шустрый. Thank you.
давайте, за куда ты идешь? Зажимай его! Успел. Блин, это капец. Тиммейты какие-то вообще никакие попадаются сегодня. Сегодня прям вообще неумелые. Там тоже огнеметчик. Так, ну мне все нормально, в принципе, можно оставлять. Я так думаю. Кто? А? Как хочешь ты. Не вижу. Отлично, все, успел полечиться.
великолепно. Почему без дела тут? Вообще. Поинтов, правда, мало заработал. 9 всего лишь. Копейки. Соберите яйца, которые будут падать с противника. Ну, попал второй.
бомбоящерка даже. Ну давай, давай, он сдох. Успел не делать, думаю. Капец. Зажрали, блядь, подборы. Так, это телефон у меня есть. Пулеметчик какой-то, да, чешу? Какой-то стрелялочник. Царь горы, надо защищать, короче, точку, да? А далее туда надо взять и вот это. И вот так вот.
победа.
чем пацаны такие разносят, это нормально. Терроризирует пацанов.
взять. Берите, доставьте курс. Ну как-то больно, значит. А где я даже не вижу, а вон. Капец, они дальнобольные. Это пушка. Я что, понял? Меня разглядели? Так, одна курка есть. Соберите и доставьте кура. Куда ее доставлять надо? Оставлять. Хорош, разгатили. Есть контакт. Вот еще одна курица. Все, сейчас победа будет. Ага. Нормально. А нет, ты смотри, какие, ничего. Ты что там? Ты вообще что ли? Вообще обнаглели. А куда их тараканить надо? Я так и не понял. Заберите и доставьте куда? Куда доставлять надо? Это как-то немножко неверно.
размочил пацана вообще как. А, туда? А нет. Не понял. Ясно, надо в ящик, короче, вот это. Иди их искать. Ау. Далеко так бьет, капец. Дальнобой не пришло. Победа скоро будет, наверное. Я так думаю. Капец он гатит, нет, в шоке. А может не будет, не знаю, 15 уже. Давай, забирай, забирай, забирай. Пошли, пошли, пошли. Победа! Соберите яйца, которые роняют игроки. Нет. О, ничего себе, похоже. А нет. Ай-яй-яй, разбили. Блин, ну у них танки дальнобойные опять. Это очень сложно играть с ними, потому что они очень далеко пуляют. Давай, чуть-чуть осталось. Есть контакт. Есть контакт. Ай-яй-яй, сейчас убьют. Не, о, они появляются как-то, блин. А, рядом со мной. Не успеваю просто не сообразить, куда ехать. Ну, у нас вроде как нормально пока.
8-6, мы должны вроде как победить. Десять, нормально. Хорош. Победа? Какая с нами алнивка. Так, верните флаг. Телепортировался? Красавчик. Быстро он. Слышь, разносим. Ай-яй-яй. И вон, пикать. Не ушел. Так, а у нас 20 забрали. Слушайте, ребята. Что, а, меня разгатили уже? Так я хотел стрельнуть, почему он не стрелял? Что за дела? Я хотел, короче, стрельнуть, но он не стрельнул. Подобает? Это кто? Капец какой-то. А, надо было, наверное, остановиться, чтобы выстрелить. А, ну, мы победили все равно. Вроде бы как, да? Или нет? Верните флаг. Давай кидай, бляха-муха, почему не кидает? Что за бред? Все?